А вот сейчас первое в истории международное противостояние для команды Родина М. Сегодня Родина М играет против датской команды Ишой Ив. Гаджиев и Елизаров могут навести шороху и наводят! И наводят 1-0! 1-0! Родина повела, и Елизаров забивает. Как с вами, мы действительно четко все прочитали, прочувствовали этот матч. Уже минут 20 утверждаем, что первый стандарт может принести результат Родине. И тут же Родина забивает. Падение. А здесь чистый перехват. Заброс. Не стал Шагирев выходить. Но есть и защитники, которые могут встретить, но не встретили. 1-1. А Закума оставили одного. И, конечно, опытный капитан Ишое в такой ситуации должен все решить в свою пользу. 1-1. Уверенно. Разбираются нападающие Ишой Ив. Классный перевод. Можно дальше сыграть через полуфланг или пробить издали. Ну, чего ж так затягивать, хотел я было сказать. Но при этом арбитр дает свисток на самой линии штрафной. Кожин в этом эпизоде. Так, по свистку. Кожин в этом эпизоде собирает сразу троих. Газиев бьет и забивает. 2-1 и вновь стандарт. На этот раз прямой удар со штрафного. Два стандарта и два гола. Родина во всей красе. Великолепно перебрасывает Газиев стеночку. И, конечно, откровенно непонятно, чем там занимался. Классный момент. Можно перебрасывать. И 3-1. А теперь уже забивает и Антонов. Константин Антонов. Классно. Очень вовремя. Очень точно. Что самое главное, мяч перебросил через галкипера. 3-1. Гол засчитан. Все по правилам, не было офсайда. И еще один гол красавец в исполнении Родины. Вот знаете, пошла игра. Очень на самом деле плохо в этом эпизоде сыграл Вестегорд. И затем... Итак, разбег у и очень уверенно. Лепехин очень уверенно забивает четвертый. 4-1. Отличное настроение футболистов Родины. Улыбаются, довольны. Ну и заброс. Скидочка, момент. Получилась-то скидка прямо на ногу футболиста Ишоя, на ногу капитана. Это всегда опасно, когда 10-й номер Ишоя вблизи мяча. И мы с вами вновь увидим угловой. Вот это может быть опасно и ускоряется. 70-й номер Ишоя, тоже появившийся на замену. Это передача, момент. Падение. Арбитр поставит на точку. Да, поставит. Поставит. И спорить, наверное, не будем, потому что разбег. Удар, ну нет, здесь без шансов. 1+1 у этого нападающего. Результативный пас и забитый мяч. 4-2. Родина продолжает лидировать по счету, но... Начинают ошибаться москвичи. Заброс. Швагирев на выходе. Ошибка и... И это 3-4. Терял позицию у Ишоя. По-моему, это как раз 21 номер. Здесь ошибается Родина. Момент опасный. Удар. Ой-ой-ой. 4-4. Ну, собственно, все к этому и шло. 4-4. Ишой. Сумасшедший камбэк выдает. Забивая один мяч за другим. Три гола подряд за 10 минут. И... Ух, как было-то круто это сделано. Неожиданно. Помните, как... Подача. Подача. Момент. Ух, как это было опасно на самом деле. Немножко не получается удар. И все, и звучит свисток. 4-4. 8 забитых мячей в нашем матче. Голы на любой вкус.